Твой приемный, не знаю. А, радио. Сюда его. Артем. Да. Какое время меняется? Время когда поменяется? Время меняется, не знаешь? Или в марте? А на телефоне автоматически меняется. Когда на телефоне поменяется, тогда? Да. Сегодня день национальный день больных детей. Какой? Должен отвести. Сегодня день дня и ночи рыбодействия. А, кикиновщина. Рыбодействия. Да. Так и должен такой сегодня. Что у вас сегодня было? Сегодня история, румынский, математика, что? А после сколько? 5 уроков было? У нас нет. 5 уроков, но без первого не было первого урока. Получается 6, да. Сколько у вас сегодня? А первого не было? Нет. Значит, второй, третий, четвертый, да? Пятый. Пятый был? Да. Пятый. А шестой? Так, шестой это без первого. Считается 6 уроков. 6 уроков и первого не было. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 уроков. Да, 6 уроков? Да. Первый урок. А мы сделали только 5, потому что первый урок. Ну, 5. А после вот этого, что было? Что? А, после первого? Нет. Первый это. Шестого. Что у вас было? После шестого. Так, мы только 6. И вас отпустили, и все? Да. История простите. Так он же будет у вас. А он тезу был. Бутов и снег. Так я его об этом не спрашиваю. Может, я какие-то победим по-английски. Хорошо, сын. Мне нужно идти папу уезжать. Кто? Сыну. Помните, там у него так голова болела, по-моему. Не знаю. То ли голова болела, или папу уезжает. Так, ну что, вы как говорите, 5 складок или 5 складок? 5 складок. Тогда 5 складок по самбо 5 минут? Хорошо. До Япона? Как? До Япона? Нет, до выигрыша по самбо. Выигрыш по самбо? Да, 8-0 и удушающий боевой, да? Да. По самбо. Значит, 8-0, 9-1, 10-2. Или болевой куда? Удушающий нельзя. Болевой на локоть, таз, колено и стопу. Да. Удержание сколько стоит? Ой, 2 или 3, 2 балла. 4 балла. 4 балла, да. 20 минут, 4 балла или 10 минут. 10 баллов удержания. 10 секунд, 2 балла, очень хорошенько, 2 балла. А по пенитенции, это целое движение, это 4 балла. Пасть тебе делаешь 8-0, бросок на живот, на таз, на бедро. 1 балл. Бросок на бок. 2 балла.
Да, кстати, балки на плечо, вот с этой стороны. А если... Со стойки без касания. Если... Сразу. На всю спину. Да, если остался. Теперь, если пастухов, ты бросаешь его, а он во время броска касается рукой... Не считается бросок. Бросок не считается. Вот такая хитрость. Вопросы есть? Юрий Александрович, там у вас есть этот секундомер? Нет? Сейчас. Вот, посмотрите там. Вот. Есть, да? 5 минут. Так, мальчики, 2 минуты борется Даня, 2 минуты борется Владимир. Сначала Владимир, потом Даня. Владимир, да, ну ты красавчик. Даня, я тебя прошу, не садись, сесть, садись туда. Потому что если Владимир бросит Чезаро, то он бросит прямо на тебя. Да. А можно взять еще что-нибудь Владимира? Убрать? Да. Пожалуйста. Вот туда буду поставить. Сейчас вот тут придет 6 часа. Еще? Будет бороться с вами. С вами будет бороться. Значит так, еще раз. 2 минуты, Чезар, борешься аккуратненько, 2 минуты с Владимиром, потом 2 минуты с Даником. Владимир, сделай так, чтобы он устал. Джен, набираешь 8 очков. Каждый бросок твой, 1 балл стоит. Удержание в партере не считаем, болевые тоже не считаем. Только в стойке.
Да не, проверяй голову. Да, пусти. Вова. Вова. Да. Нет, Вова, не сдайся. Я верю. Проверяйте здание. Нет. Все. Пусть не сдаться, он не сможет, конечно, но не сдаться. Так ходи педали. Поправишь. Давай, ты не сдаешься. Ну, требуйся. Ну, требуйся. Ну, там что-то кинь, я понял. Ах, кто-либо лето. Да. Вот, там надо кожу поправить. Куда я забираю? Тут не сядь. Ну, да, я сойду. Это не сойду. Вот русский пантон папа, прям. Один балл, счет. 3-1. Не видел, не знаю. Что за стойку? Время? Мате? Мате? Стоп! Стоп! Время! Пожали руки. 5 минут. Поменялись один раз. Все, ушли, Владимир. Проигрываешь Артем, да? Вот когда надо играть, это все я порву счастье. С таким-то счетом. Всегда прыгаю. Я как-то меня зарыхнешь языком вылетит. Да я 3-2 выиграть точно. Так точно проиграешь. Да. Это закон природы. Это не та зависимость. Блин, проиграю сейчас. Выигрываешь, думаешь, блин, да сейчас я его вдруг. Блин, это закон подлости. Сейчас проиграем. Вот это. Он весь песня. Так, все, время, пошли. Второй. Берба, конечно, мысль. Готовы? Да, так. Время. Так, на меня. Да. Хай сомби. Да. Стоп! Стоп! 2 балла. Чезар. Нет, как же? Просто там бросок в окошко. 2-0 Чезар ведет. А, не 2-0, а бросок был, поэтому 1-0. Каждый бросок только 1-1 очко. Что 4, что... Стоп. Стойку. Так, удержаем. Стойку. 2 очка. Правильно, делаем бросок и удержание. Скажешь.
Осталось 4 схватки. Четыре балла. Считать удержание. Еще за штоп, стойку. Ты сделал один бросок, второй бросок. Сейчас удержание, это третий. И упал на 4 балла. 4-3 он ведет. Тогда сколько? 4-3, да? Он ведет, да. Я просто устал. Даник, давай. Давай, да. Соберись. Я выиграю. Я, видишь, Владимира даю, а потом тебя. Не расслабляйся, Даник. Добавим замечание борца, здесь не будет. Через 20 секунд покажу второе предупреждение, одному только дам. Дам второе предупреждение. 1 балл. 4, но 1. Стоп! Чезар, стоп, стойку. 1-0 ведешь. 4 очка, но 1-0. Он выиграет, да? Он выигрывает, не он, ты выигрываешь. Ты сделал бросок на 4 балла, угу. Но 1-0. Любой бросок это 1 очко. Стойку. Стойку. Почему стойку? Закрыли ковра. Пастухов, второе предупреждение. Чезар, стоп. Ты душишь. Душить нельзя. Да. Стоп. Душить нельзя. 2-0 сейчас. Да, 2-0. Макэ, отдыхаем. Стоп. 2 замечания на 1 замечание. Я не знаю. Мы же больно. Вы же не смотрите, как мне больно. Вы же смотрите, как они борются. Я ж тебя предупредил. У вас ватка была ничья. Да. Была. Дал тебе. Дальше я сказал, что через 30 секунд дам второе замечание. Зачем? Как зачем? Чтобы вы боролись. Так мы боролись. Вы не боролись? Так вы смотрели. Оценки есть? Да. Нету. 7-7. Кто? Ты залез, сделал прием. Да. Делал. Ну, ты активнее был. Значит, он получает так второе замечание. Второе замечание он получает. Но я не знаю, по замечаниям выигрывает или нет. Не знаю. Ставят третье. Третья схватка. Поэтому я не знаю, выиграл я или проиграл. Значит, у вас эта схватка не чувствует. А третье замечание – это 1 балл. Мягче, Чезар. Покажи заднюю, в одну сторону. Передняя подсечка, задняя подножка. Не надо нырять под руку. Передняя подсечка, задняя подножка. Вам замечание. Обоим замечание за разговоры на ковре. Стоп. 2 балла. Чезар, 2 балла и 1 очко получается. 1-0. Как только 4 балла. Чезар, стоп. Стойку.
4-1. Владимир ведет. Нет. Нет. А, на живот. Да, 1 балл. Ты упал на живот. Контратака сзади была. Ты залез сзади, он ответил и упал на живот, да. 1 балл. 1-0. И у обоих по замечанию. Проигрывает Чезар. 2 балла Чезару. 4-3 ведет он. А, так это просто бросок. 4-2. Вниз. Еще бросок на 2 балла. И удержание. Да, нет, выходи. Чезар, время. 4-4. Даник, пожалуйста. Владимир борется. Владимир борется 3 минуты, а Даник где? Даник, давай, я тебя прошу. Красавчик. Осталось немного. Час еще. 4 балла. Стоп! За ковром. 4-1. Смотри, сколько сил у тебя Владимира гоняет. Так это вот. Давай, Даник. Опа, блин, я офигею. А уйди, а то он сейчас убьет тебя. Давай, давай, бороться, бороться, Даня. Да. Нет. Я на болевой, вот же рука. Толку. Толку. Выиграл бы, все. Все равно вы понимаете. Так я же, ты не делаешь, ты взял, бросил, убежал. Толку. Ты делай. Четыре один, Артем. Мельницу он за пояс взял по ней. Стойка. То есть это как в этом, тренке. Поменял захват партера и все, стойка. Значит, ты отсюда сделать ничего не можешь. Артем, проигрываешь. 4-1. Даник, хватит плавки завязывать.